Шейхзаде Мустафа уже давно бы тут всех раскидал деревянным мечом и сказал: «Надоело, заберемся на коней». Я так скучаю по Мустафе. Он опять мне приснился. Говорит, сыграем в мангалу. Государь, радостцы, нас атаковали! Повелитель! Повелитель! Попали, мы тонем! Молись, Ибрагим. Аллах, прости нам наши грехи. Великий магистр, мы потопили 17 османских кораблей. Кажется, среди них судно султана Сулеймана. Утро покажет. Наше море станет османом могилой. Девочка моя, мне жаль твои глаза. Хорошо получилось, красиво. И у тебя, Гюльфем. Валиде Султан, Ферхат Паша ждет вас в покоях повелителя. Наверное, пришли вести от нашего Сулеймана. Я иду. Это будут добрые вести. Иншалла. Валиде Султан, вы позволите? Говори, Ферхат Паша, как мой сын. Война закончилась, завоеван Родос. Пришла весть, пока не подтвержденная. Судно повелителя затонуло, говорят. Что с Сулейманом? Что с моим сыном, говори? Что, Ферхат Паша? Возможно, он погиб. Это правда, Дая? Это правда? Разлука с тобой словно огонь сжигает меня. Она точит меня, как недуг. Меня излечит только твой голос, нежность, ласка и любовь. Нет тебя, и я будто мертвец во дворце. Хюрем Хатун. Нигер не пойдет, она нужна мне. Сюмбюль, ты плачешь? Что случилось? Сюмбюль, ага, что с тобой?
Галера падишаха затонула. О, Аллах, помоги нам. А государь, говорят, погиб. Нет. Папа, его ведь нет. Вдруг он обидится, что мы вошли сюда без него. Всевышний, сбереги для меня мое дитя. Дай сил выстоять. Помоги маленькому Шахзаде на троне. Сулеймана нет, и Хюрем нет. Жизни нет. Как перенести это все? Еще не подтвердилось. Не падайте духом, Хатидже Султан. Что с нами будет? Мы с Мустафой остались совсем одни. Он еще маленький такой. А должен взять на себя это трудное дело. Довольно рыдать. Быстро вы смирились.